Сегодня в половине 10 вечера встречаем самое большое суперлуние этого года. Луна приблизится к Земле максимально близко, поэтому будет очень яркой и большой. В Центре астрономии ПГУ рассказали, что Луна уже прошлой ночью светила необычно ярко, а этим вечером засветит еще сильнее. Суперлуния обусловлена прежде всего тем, что полная Луна как раз проходит перигей, то есть самую ближайшую точку орбиты вокруг Земли. И это расстояние будет чуть больше 357 тысяч километров. Это очень близко, потому что иногда Луна удаляется более 400 тысяч километров от Земли. Из-за того, что она максимально близко к Земле, ее видимый диаметр, световой поток от нее будет максимальным. Это суперлуние астрономы считают особенным, потому что слева от Луны можно будет увидеть Сатурн и Юпитер. Над спутником Земли засияют три звезды летнего треугольника, а правее – Арктур и созвездие Волопас. Фотографии суперлуны с прошлой ночи уже начали появляться в Инстаграме. Такие же можно сделать и этим вечером. Правда, сегодня днем в Приднестровье было довольно облачно. Помешают облака увидеть суперлуну ночью, рассказали в гидрометцентре. С 20 часов это все начнет рассасываться и распадаться. То есть в любом случае вечером небо будет уже открываться и дальше будет открыто. То есть, в принципе, шансы есть. Самое лучшее время для фотоснимков – спустя час после заката. Фотографы советуют использовать оптику подлиннее. Ну а самое лучшее место – там, где нет фонарей.